Мне захотелось это видео снять, что у меня в холодильнике, ведь это важно, потому что когда вы приходите кому-то в гости, вам же важно знать, что у кого в холодильнике, ведь еда обычно настроение всегда поднимает. И вот тот момент, когда мне захотелось это видео реально снять, что у меня в холодильнике. Помните, когда я рассказывал первый раз про это место, в общем, про гостиницу, про комнату, то я говорил, что там нету самогонки, все очень пусто. Гостиница. Давайте посмотрим, что в холодильнике. Ну, пока бедненько, бедненько. Надо зарабатывать, чтобы чуть побольше тут пиво было. А в этот раз что-то есть. Вот, ну, есть к чему я очень долго не притрагиваюсь. Итак, Андрей пришел с прогулки. Вот. А мне просто запись закончилась, надо было кое-что удалить. Вот, ну и давайте начнем эту дальше тему, что находится, в общем, в этом холодильнике. И отойди. А, ну давай, проходи, проходи. Итак, что находится в этом холодильнике? Вот, и это яйца, в общем, мои. Вот еще яйца. Дальше. Это такой вот дзинтерс, это расплавленный сыр. Дальше кетчуп, но он уже заканчивается. Дальше что тут еще? Вот это вот лимон. Вот это лимон. Вот. Ну не мой, мне его дали. Хотя Андрей еще не ел. Андрей, почему не ел этот лимон? Ладно, у Андрея нет настроения отвечать. Тут еще один лимон, но это не мой. Вот. Так, здесь я не помню, но вроде котлета. Так, это Делма. И вот пиво, короче. Но это пиво я еще как бы пил, но пить я его буду потом. Вот. На выходных. Если будет настроение. Так, что у нас тут еще? Тут еще бойлера. Дальше тут масло. И сало. Вот. Ну, тут остальное уже не мое, тут уже Андрея. Вот. Ну вот, в общем, я рассказал, что находится в этом холодильнике, хотя до этого там было куча продуктов. Вот. Потерял, в общем, мысль, но это не столь важно. Поэтому, если вам это было интересно, до конца смотреть это видео, то прокомментируйте. Вот.